Киеве с 21 марта запретили пользоваться детскими и спортивными площадками в рамках карантина в Украине. В продуктовых магазинах и аптеках должно быть не больше одного человека на 10 квадратных метров. Кличко объявил, что с 23 марта в Киеве общественный транспорт будет перевозить исключительно пассажиров, которые работают на объектах критической инфраструктуры при наличии пропуска. Перевозиться будут лишь медработники, спасатели, правоохранители, сотрудники продуктовых магазинов, аптек и стратегических предприятий. Пассажиры без пропуска пользоваться общественным транспортом во время карантина не смогут. Ограничений для передвижения на собственном авто нет. С 23 марта в общественном транспорте в Киеве будут дежурить сотрудники полиции. Правоохранители будут проверять наличие пропусков и средств индивидуальной защиты у пассажиров. Мэр Киева также призвал жителей Киева оставаться дома и соблюдать все карантинные меры. С 12 марта в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции запретили массовые мероприятия и закрыли учебные заведения. Кроме того, в ночь на 16 марта Украина полностью запретила въезд на территорию страны иностранным гражданам. С 17 марта приостановила авиационное сообщение с другими странами, а с 18 марта в стране прекратили внутренние пассажирские перевозки. Закрыты торговые центры, магазины, кроме продуктовых и аптек, рестораны, кафе и бары, спортивные залы, салоны красоты и ночные клубы.